Подпишись на Свинки Шоу. Кто помнит этот вариант нашего интро? Те с нами очень давно. Канал наш родился осенью 2016 года, и это кадры из нашего самого первого видео. Морские свинки Арнольд и Толик едят траву. Было это давно, и это действительно стало рождением канала Свинки Шоу. Но мало кто знает, что до этого свинки уже поселились на YouTube. Их уже могли наблюдать зрители, только не на канале Свинки Шоу, так как его еще не существовало, а я показывала их на канале Янина Зет, на моем первом канале. Дело в том, что так бы и продолжалось, если бы кто-то в комментариях тогда мне не написал: «Ой, не показывай ты этих свинок уже здесь, мы хотим видеть бьюти-видео с макияжами, с влогами, но без свинок, откроем другой канал». И я тогда послушала эти комментарии и открыла второй канал. В общем-то, я рада тому человеку, который посоветовал мне открыть канал Свинки Шоу. И я решила, пока маска будет высыхать на лице, почему бы мне не поделиться с вами последними новостями, которые я очень хочу рассказать как можно скорее. Важная такая новость последней недели – то, что у меня появился второй канал. Для меня это очень важное событие, над которым я долго думала. Канал этот будет посвящен не мне, вот так удивление. Канал этот будет про моих морских свинок, и более того, этот канал уже есть, и на нем уже есть первые ролики. Если вам интересно, если вы знакомы с Арнольдом и Толиком, если вы смотрели видео про них раньше на моем канале, то сейчас вы можете наблюдать за моими морскими свинками на их канале. Название я придумала «Свинки Шоу», так как это действительно настоящее свинское шоу, поэтому я оставлю для вас ссылку как в описании, так и где-то вот здесь надо мной, так и в аннотации, чтобы подкрепить результат. Если вам интересно, подписывайтесь, смотрите, и мои свинтусы будут вас радовать своими забавными мордахами. А вот и Толичек, мой малыш, он теперь будет вести свой канал, как я уже сказала, так что подписывайтесь. Это был кусочек из моего видео на канале Янина Зет, который я снимала в качестве рекламы своего второго канала. И так случилось, что канал Свинки Шоу давно обогнал мой первый канал Янина Зет. И вот мы получили награду за свое достижение в 100 тысяч подписчиков, серебряную кнопку от YouTube. Ее дают тем каналам, кто работает, кто развивается, кто достигает новых вершин. И мы вот этот порожек в 100 тысяч подписчиков преодолели. Конечно же, благодаря вашим подпискам, потому что вы подписались, вы поверили в нас, вы заинтересовались свинками, в отличие от публики, которая в свое время мне сказала, что это никому не будет интересно, переводи их на второй канал, и никто там особо не будет их смотреть. Я открыла второй канал и ни на секунду не пожалела, это перевернуло мою деятельность на YouTube, потому что второй канал стал теперь основным. Канал Свинки Шоу – это моя отдушина, мое детище. И мои свинки – это моя большая радость в жизни. Я еще раз хочу поблагодарить вас, наша аудитория, за наши 100 тысяч подписчиков, уже больше. И за вот такую вот награду, серебряную кнопку, которая будет символом нашей вот такой вот общины, дружественного сообщества любителей морских свинок, можно теперь уже и так сказать. Я очень рада, что YouTube появился в моей жизни, что свинки есть в моей жизни и что есть в моей жизни вы, замечательные, благодарные зрители, иногда критикующие, иногда мотивирующие, иногда юморные, иногда раздражающие своими вопросами, но это всегда позволяет мне держать себя в тонусе, что-то делать и наслаждаться вообще жизнью. На этих кадрах вы видите всех моих морских свинок вместе. Да, канал начинался с Арни и Толика, но многое изменилось. Я нисколько не жалею, что есть теперь и Кузя, и Валик. И это все делает наш канал действительно каналом Свинки Шоу, таким, каким он есть. И это наша с вами общая такая радость, заслуга. Надеюсь, мы достигнем еще больших высот, и когда-то я покажу вам золотую кнопку на этом канале. А пока хочу просто сказать в очередной раз всем большое спасибо, и уже по традиции хочу пожелать вам отличного настроения и сказать, что мы встретимся с вами в наших новых видео.